Всем привет, меня зовут Диана. Зачем же я приехала в этот центр? Для начала познакомиться и пообщаться с новыми друзьями, отбросить полностью все гаджеты, ведь в центре на них действительно нет времени. Дальше заниматься спортом, ведь современные дети действительно очень мало двигаются, а здесь они могут двигаться постоянно. Я Никифоров Демьян, чемпион России по карате. Я приехал в смену, чтобы познакомиться с новыми интересными людьми. Я хочу стать спортивным корреспондентом, потому что я веселый, общительный, энергичный, спортивный. Добрый день, меня зовут Варвара. Знаете такую поговорку? Любопытной Варваре на базаре нос оторвали. Так вот, она полностью характеризует меня. Я очень любопытный, любознательный человек. Именно поэтому я хочу стать журналистом. Я легко нахожу контакт с людьми и люблю учиться чему-то новому. Еще я привыкла никогда не унывать, ведь грусть – это пустая трата времени, поэтому я стараюсь тратить это время с пользой. А именно, рисую и играю на гитаре. Обожаю заниматься молодежной политикой, президент школы и состою в Российском союзе молодежи. Там очень интересно. Предлагаю вам присоединиться ко мне. С вами была Варвара, удачного дня и до новых встреч. Меня зовут Максим Юшко, и я фокусник. Я занимаюсь этим на протяжении 6 лет. Также являюсь ведущим всех мероприятий своего города. Также провожу все мероприятия на школьном уровне, сам пишу для них сценарии. Сам снимаю видео, люблю монтировать видео, пишу для них сценарии. Это мое небольшое хобби. Также занимаюсь музыкой, играю практически на всех музыкальных инструментах. Хочу стать ведущим, потому что очень много люблю разговаривать и просто ходить по сцене и дарить радость всем окружающим людям. Ну, с вами был Максим Юшко, Смена ТВ, и помните то, что мы всегда в центре событий. Всем привет, меня зовут Света, я из крайнего севера республики Саха-Якутия. Сама я человек с активной жизненной позицией, являюсь председателем детской общественной организации «Восход». Также, несомненно, занимаюсь спортом, то есть волейболом и баскетболом. Для меня это часть моей жизни. На протяжении 3 лет я являюсь лучшим игроком в своем районе. В нашей республике есть детская телерадиоакадемия «Полярная звезда», где я уже 3-й год являюсь лучшим юным корреспондентом. Это является, несомненно, для меня большим опытом, так как я в будущем хочу стать журналистом. Ребятам со центра смены хочу пожелать удачи, самореализоваться и, возможно, найти здесь свое будущее. Доброе утро, смена! Меня зовут Антон Савкин, и эту минуту я предлагаю провести вместе со мной. Но перед тем, как вы сформируете свое мнение обо мне, я расскажу немножко о себе. Я обычный парень, который живет в замечательном городе Липецк. Уже с раннего возраста я мечтаю стать режиссером. С ранних лет я также занимаюсь вокалом. Надеюсь, это вам было интересно. До скорой встречи. Всем привет. Меня зовут Эвелина. Мне 13 лет. Я приехала из маленькой, но очень дружной республики Калмыкия. До поездки в детский центр «Смена» я никогда не пробовала себя в такой сфере деятельности, как журналистика. Я решила себя попробовать в телевидении. Как оказалось, это очень познавательно. А теперь я хочу стать ведущей и буду учиться и добиваться своей цели. Всем спасибо, пока. Доброе утро. Сейчас в эфире прогноз погоды, и меня зовут Альбина. На улице плюс 19, солнечно и небольшой ветер. Спасибо. Всем привет, меня зовут Ваня, мне 14 лет, я из Владимирской области. Буквально вчера я снял свой первый репортаж. Это было супер. Мне очень понравилось. Я хочу стать корреспондентом, поскольку я всегда люблю находиться в центре событий, общаться с новыми людьми, заводить интересные знакомства. Доброе утро, добрый день, добрый вечер. Я здороваюсь с каждым из вас. Здравствуйте. Меня зовут Виктория, что с латинского означает «победа». Мне 15 лет. Я из солнечной республики Калмыкия. Моя давняя детская мечта – стать корреспондентом, потому что я люблю находиться в центре событий, делиться информацией со своими друзьями и знакомыми. Я надеюсь, вы выберете именно меня, потому что в дальнейшем я вижу себя корреспондентом Первого канала.